Давай. Ну так ты... Говори сейчас. Всем привет, с вами Баханский. Гоу смотреть первый выпуск. Мне, конечно, нравится вот это дизайнерское решение, ребят, это я вот так вот интернет здесь протянул, потому что, ну, больше по-другому пока не получилось, как бы вот это вот так вот тянется, и бах, прямо в компьютер. Здесь у нас что-то валяется, это так вот мы аккуратно это все перешагиваем, по-другому просто как бы, ну, не получается, поэтому мы перешагиваем, все, бах, тут тоже какие-то портфели, коробки, ну, как бы стол, ну, ничего необычного, всего там, ну, тут что-то валяется, там что-то валяется, здесь что-то валяется. Ну и шкаф. Новое дизайнерское решение. Пластырь. Просто теперь, если опускать эту штуку ниже, то она перестает ловить вообще какие-либо сигналы. Интернета я, в принципе, не вижу. Вот если поднять ее на такой уровень, то, в принципе, вся вот эта конструкция, она работает. Сейчас мы берем вот этого монстра, берем ключики и отправляемся на работку. Поехали. Переехал я сюда недавно, поэтому здесь еще бардак, хотя на самом деле времени прошло уже довольно много. И короче, буквально через 3 дня приезжает мой братишка, и мне нужно подготовить квартиру, потому что в таком сраче, конечно, жить невозможно. Мы будем мутить из этого студию, поэтому вот это все, что валяется на полу, все, что валяется на столе, здесь, там и тут, это все надо убрать. Вот, здесь валяется в коридоре, потому что здесь тоже что-то валяется, там вот в темноте тоже что-то валяется. Ребята, не видно, но как бы, ну, валяется, понимаете, не видно, но валяется. Вот, и здесь вот это все надо убрать. Кстати, я прикупил себе патчкорд, наконец-то, боже мой, вот эту офигенную штуку. И теперь больше этого кабеля здесь не будет. Он целых 15 метров, поэтому можно этой штукой обмотать абсолютно всю комнату. Еще я купил себе переходничок, поэтому можно будет соединить те провода, которые у меня уже есть, и обмотать еще одну комнату. Поэтому я думаю, что когда я разберусь, то можно будет это все отсоединить и нормально соединить с компом. Так что будет все четко. Начинать я буду с кухни. Мы, в принципе, берем вот эти все столы, подоконник, и потом можно идти вот так вот, типа, знаете, убирать вот все, что здесь валяется. Сначала вот это, и вот так вот по кругу, пока мы не дойдем до самой комнаты. И в принципе все, начнем отсюда, закончим, продолжим здесь, закончим там. Первый проход по уборке я уже сделал, в принципе, квартира более-менее выглядит нормально, вот этот шнур, я с ним пока что еще ничего вообще не делал, то есть как бы я размотал свой патчкорд, но его осталось воткнуть, соединить, и как бы потом можно пользоваться. В принципе, здесь больше ничего не валяется, тут нигде ничего не валяется, зато на балконе там немножко там, короче, что-то там валяется. В коридоре здесь больше нет никаких коробок, 3 пары кроссовок, велосипед, грязь, пол я еще не мыл. Ну, на кухне я тут ничего не мыл, но я, по крайней мере, все убрал, получился огромный мешок мусора, как бы все более-менее, огромная гора посуды и огромный мешок с макаронами. Королевская пачка макарон, ребята, королевская пачка макарон на 3,5 килограмма. Серьезно, это где-то должно быть написано. Короче, здесь не видно, но когда мы будем это готовить, это 3,5 килограмма макарон. Для сравнения, обычная пачка макарон выглядит примерно вот так вот, как вот этот рис. Серьезно, вот, бах, и все, это просто огонь. И стоит эта штука всего лишь 150 рублей. И все, я сейчас гоню на тренировочку. Потом после тренировочки мы заканчиваем уборочку и встречаем братишку. Ну, еще сильно роликов не снимать. Что-то я точно успею, по крайней мере, перебраться мне надо успеть, потому что человек сюда приедет и как бы грязно. А так нельзя. Надо, чтобы было чисто. Мы собирались полностью перестраивать вот эту квартиру, вообще полностью, поэтому для этого нужна чистота, чтобы мы могли что-то делать. Вот, и я думаю, что мы уже сегодня начнем это делать. А на тренировочку-то мы почти доехали. Это неудобно ехать, на самом деле, с одной рукой телефоном, смотреть телефоном, бежать эти лужи.
Но мы как-нибудь справимся. Так, все, кухня теперь у нас максимально чистая, то есть я убрал здесь абсолютно все, помыл пол, как бы все у нас четенько, поэтому кухня сейчас выглядит в идеальном состоянии, примерно вот так, не считая вот этой клеенки, которую потом нужно будет куда-нибудь убрать, потому что с ней я вообще ничего не делал. Вот теперь убрана и комната, она не особо теперь отличается от того, что было до этого, но в принципе здесь теперь чистый пол, все аккуратненько лежит, все вот это чистенько, пыли больше нету, кроватка аккуратная заправлена, ну и все, как бы коридорчик выглядит соответствующе. Здесь, короче, больше нету никаких коробок, велосипед, кроссовочки, и все четенько лежит, все классно. Сейчас уже примерно 7 часов, или даже, может быть, начало 8-го, я, короче, иду отправляться встречать Максончика, потому что уже пора, он приезжает в 8:20, вот, нам надо успеть идти туда минут 40, поэтому, если я сейчас выйду, я прям минут за 10, за 15 заранее приду, и, в принципе, будет хорошо. Опа, опа, а что за красивые ребята зеркаля, а? Именно так я представлял нашу встречу. Я артист. Я летаю, мечта. Пусть они выше неба. Я живу в мире мыслей о моей лучшей жизни. Я хочу стать звездой, покорить миллион, вдохновлять на бой. Мою пантеру прокачу сверху с ветром. Я покорю весь мир, все будут знать мое имя. Я стану кумиром и умру легендой. Я летаю, мечта, пусть они неподъемны. Все время в бега, я будто бездомный. Я летаю, мечта, пусть они выше неба. Я живу в мире мыслей о моей лучшей жизни.
Ебать, это охуенно, на самом деле. Фух, а то что меня расстроено. Все нахуй гитары расстроились, когда бля, тебя нахуй. Пошли нахуй капку, нам, бля, сейчас испортится. Братишка, я поебаться. Это ты да я. Все, что сейчас есть у меня, я лишь теперь. Это широкоугольная? Сейчас, да, ну. Фу нахуй. И наступили холода, но все равно мне нужна. Короче, да, начинаем перетаскивать вещи. Видал какой щелчок, а? Видал. Короче, пока мы перетащили одну тумбу, сейчас перетащим все остальное. Наша импровизированная стена. Теперь осталось разобраться, куда деть вот эту тумбу и вот эту. Ну, по идее, должны. Ну, типа, мы один к стене. Нет, они влезут. Прям влезут. Да. Вопрос только один. Конкретный. Я взял с собой штору эту синюю, чтобы упал туда. Как это купить, как он подал кутку? Какой я нахуй умный, блядь. Я нахуй даже не умный, я гений, ёбаный. Красота. Поснимай меня, я тоже хочу подушку поставить. Я хочу ебало посветить. Все, она держится. Бог, пусть на меня смотрят. Крайне красивая. Но она упадет, это лясы, братишка, называется. Нормально. Ну, зато да, так фон у меня будет. Она и смотри, будет. И смотри, как хочу. Я хочу вот штору как раз таки, где вот сюда, в просвет вот этот ставить штору. Потом. Правда? Что она держится, можно так оставлять, пожалуйста. А смотри, есть еще какая-нибудь подушка? Вот эти вот. Давай. Это тогда запихнем. А можно, короче, одну на другую положить? Да, да, вот здесь как-то покрывало. Что это еще? А вопрос, а на чем я-то буду спать? Да, вот это. Да, ну похуй, я тебя буду спать. Нормально? Да. Жалко, что, конечно, нет дневного света. Здесь типа расчет на дневной свет идет, то, что будет попадать источник. Ты шаришь, да, братишка? Шарик. И потом еще свет у нас будет. Ну все. Осталось только решить, что будет с этой фигней делать. Точно, пока. Ты выпирай, такая хуйня. Давай, братишка, давай, рожай. Короче, мы затащили сюда два стола. Осталось подключить компы, и будет все четко. И моя топовая лампа. Здорово. Братишка. Тишка. Ты умираешь? Аханский, запихиваешь шнуром. Надежка, когда ты свой шнур будешь запихивать? Завтра. Который самый короткий шнур? Да. Надежка, когда ты его засунешь? Решка шнуры запихивается. Неплохо.
Ты, сука, мой стол, блядь, не пинай. Правильно? Да разъеби, пока мы еще ничего не построили. Я не помню, куда вставляется. Братан, а ты так же говорил? Да, блядь. Куда? Я не знаю, что я не знаю, куда вставляется. Ты же такая дорогая. А куда вставляется? Я у меня шутки оригинальные, да? Пиздец. Так, первый пошел. Или не пошел. Сейчас подождем. По-моему, не пошел. Первый, по-моему, не пошел. Сейчас будем разбираться. А нет, все-таки пошел. Ты там как, не оглох, блядь, долбоёб? Хера он ебашит. Да. Реально, пиздец. Пиздец. Блядь, ебанько. Чё ты ржёшь? Чё ты ржёшь? Матюшка, ты не этот, у тебя со зрением проблемы, давай со слухом всё заебись будет, пожалуйста. Новое дизайнерское решение нашего провода, на ебани свет по-братски. А, ну нормально. Короче, теперь это выглядит вот так. И мы больше ебать, за это... Знаешь, я думал, ты сейчас какой-то начал пост какой-то читать. Что, новая дизайнерская, что ты думаешь? Чего? Какая новая дизайнерская? Думаю, блядь, братан, помощь, блядь, какая новая дизайнерская читаю. Короче, теперь об это крайне трудно запнуться. Тишка, нормально все? Ну и, короче, это вот так вот все тянется. Я попробую раскидать это на два компа еще. И, по идее, вот оно здесь все работает. Здесь будет стоять второй комп. Пока здесь микрофончик и мой рабочий. Нормально. Па, Максончик тащит. Какой у тебя пароль, Максишка? А? Какой у тебя пароль? Какой пароль? А, ну, тут не запикать же будет. Нужно будет звук подставлять. Вот что ты, братан, понимаешь, что то, что снимает здесь, то ты видишь и в реальной жизни, понимаешь, только без задержки еще. Если что. У меня компьютер подключается к каким-то. И типа HDMI есть, короче, есть HDMI, вот он, скорее всего, да. Да. Пошел, уебался. Нихуя не. Мадишка, упражнение для зрения забыл поделать просто. Две специально сделал для этого. Вот как было. Ну, здесь что такое, не понимаю. Оглядывается. А спереди-то не ждал, ёпта. Уф, братишка, нахуй, что я нашел-то. Все, я теперь буду себя снимать. Ты некрасивый. Я сейчас в красивых очках. Буду еще более красивый. Нахуй, блядь. Расслабляется тут. Так попробуй мне расслабиться. Ну, короче, оба компа подключены. Микрофоны подключены. Ты, блядь, давай нахуй снимай, шкаф надо двигать. Теперь реально хорошо же все смотрится. Да, блин? Кто, сука, все скомандовал? Кто бригадир? Опа. Кто бригадир? Да холодно, блядь, должно. Вообще, прям красота. Бля. Рабочая зона, а да. Там типа отдых, зона отдыха. Сними. Гений как все расположил. Рабочую зону, чтобы тут именно работать было конкретно. Меня снимали. Работа, прям, чтобы чувствовалась атмосфера рабочая. А здесь, так как этот живет в Петрозаводске, блядь, где, сука, день и ночь не меняются, блядь, временами, блядь. Такая охуенная будет занавеса, и тут будет четкое место для отдыха. То есть отдых, работа. Отдых я такой взял, такой, опа, здравствуйте, нахуй, я на работе, блядь. Все, поработал, блядь, пошел нахуй домой. Все, поспал, блядь. Заебись. 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 Заходи
Да. Серьезно? Разваливается наша конструкция. Почему она упала? Блядь, я думал, ты что-то сделал. Нет, я здесь стоял. Камеру включился, на подушке хотели тоже отыграть, понимаешь? Ну, хули, мы стоим просто так. Сильный контент. Когда ты такой, ебать, меня довольный. Он шатается, типа, пиздец, ну потому что это. Да ничего не шатается. Да не, он будет этот, блин. Ну, короче, когда ты ходишь, он прям капец там, наверное, трясется все очень сильно. Видишь, какая-то отвечает. Прикольно, что более есть стабилизация какая-нибудь такая. Я так приседаю каждый раз, ну ладно. Сейчас выйдешь, вот попробуй сейчас. Ты страшно задеваешь. Я тебя не задеваю, да? Нет. Ну как, нет, если выпрямишь, ты заденешь. Ну все, давай. Надо запечатлеть информацию, у него есть информация. Информация для наших любимых комментаторов. У нас, сука, блядь, антипидорская, блядь, стена. Так что, блядь, не пиздите нихуя. Сюда, нахуй. Я, блядь, огромное спальное место. Ну, капец, 10 человек может поместиться. А, ты с одним пидором, я с другим. А у тебя больше места, ёпт. Три пидора. Бля. Главное не переводиться, а то. Ну, все, заебись, красный.